Всем здрасте. Вот и дождались очередного выхода. Мучились неделю, наверное, пока сейчас жара стояла вот эта, июньская, 30. Комар, причем комар злой. Вчера пытались выехать, хватило ровно на 5 минут. Прям туча над головой, жрут, прям ничего не спасает. Реально прям убежали. Вчера был 31 у нас. Сегодня утречком встаем, 13. Облачка, прохладно, ветер дует. В Москве, говорят, чуть не град был. Ну и все, как обычно, смыло. Уходим в леса. Как обычно, в поиске старых дорог. В той стороне уходили они. Не здесь уходили, они вон в том пролеске уходили. Здесь посеяно на поле. По накату проехали. Соответственно, по насевке кататься не будем. Зачем? Лучше пройдем вдоль краешка. Ну, это сеяли. Да, оно аж оттуда засеяно. Ну, суть не в этом. Короче говоря, пойдем сейчас туда. Посмотрим, что там есть. Не переключайтесь, гуляйте с нами. Погода хорошая. Друзья, лазим уже целый час. Может быть, даже уже и полтора. Попали под дождь два раза. Сигналов нет, только легкий мусор. Ага, пошел ты. Только легкий мусор, и то нечастый. И тут попадается такая штуковина. Сейчас покажу. И мы тут голову сломали. Но на тот момент, когда вы будете смотреть, конечно, скорее всего, мы уже разыщем, что это за хренобор. Да говорите. То есть железо и медь. Какой-то... Предмет. Явно не советский. Может быть так. Красивый узорчик. Что это такое, интересно? Ладно, будем сейчас разыскивать. Ну, когда и вернемся, будем разыскивать информацию. Можно было предположить, что это какой-то там нож или наконечник, но здесь должен был быть хвостовик. А она закругленная. А здесь как будто бы петелька. То ли это вешалось на что-то, то ли каким-то образом крепилось. Блин, вон с узорами. Вот интересно, иногда какую-то штуку находишь. Пальцы ставим. На наши редкие находки. И глубоко она в штыке лежала. Красивая хрена. Короче, ребят, вылезли оттуда из леса, где сейчас этот вот чудесный наконечник, не наконечник нашли. Сигналов очень мало в этом лесу, практически нет, даже черных. Здесь пожарный канал, я так понимаю, прокопанный вот этот вот, ну, разделительная. Думаю, дай-ка я по ней пройду. Иду. И сигнал. Ну, на дне, ну, она сверху прям лежала, ну, на дне канавки. Ну, и охренел маленько. Как она там оказалась? Смотрите. Она с этой стороны, конечно, подзатертая, да и в принципе она подзатертая. Это 30 копеек, сколько-то там злотых, 1837 год. Обратная сторона получше. Ну, такая крупная серебряная монета. Смотрите, какая бомба. Сколько-то там долей, комарики кушают. Смотрите, какая шикарная. Затертая, но такой у нас еще нет. Ну, лайк мы заслужили. Две находки всего, не считая конина сегодня за наше хождение. Зато таких находки, что охренеть можно. Вот так, друзья. По каналам тоже надо искать. Вот, ну, вообще не ожидал я. Здесь дорога была? Ну, была дорога, да. Ну. Она вот так вот шла. Где? Ну, она где-то тут выходила. Вот, она прям вот так вот шла. Куда-то выходила. Мы сидим прямо на дороге. Охренеть. Вон, смотри. А шикарно. Вот. Комарики на воздушном шарике. Вот, смотри, вот она. Мы вот она, ней, дорога, да. Вот она пошла туда. Ну, туда, лес. Туда. Ну, короче, все равно мы палец заслужили теперь. Вот такие иногда бывают. Кстати, классно, дождь сейчас закончился, больше нет. Птиц кричат, красота.
Из Москвы пока еще ничего не прилетело. Ветер пока не прилетело, но где-то громыхало что-то. Немножко кругом. Ладно, сейчас посидим чуть-чуть, походим еще, у нас времени немного есть. Здесь вот метров 20 таких каналов. Час 18 у нас еще есть. Да. Да. Ёрничу. Итак, следующая находка, тоже вдоль канавы. Вот иногда, да, удивительно. Вроде бы уж обычный канал, советский старый накат вдоль поля. Ни хрена себе пломба. Пломбище. О, это плюха. И УВЖД номер 282. Прикольно. И так в лоб запустить, так... Такая увесистая. Прикольно. Ну вот здесь сейчас и полазим. Время осталось копать. Час 11. Вот. Ну я так стебусь. Уж извиняюсь. По-моему, да. Красивая большая птица. По-моему, лунь. Да, раз. Бум, упал, слетел. Сложно снимать, не видно, куда он падает. У нас на канале в старых видео есть рассказ про луней. Это у нас что, полевой лунь, я не помню? Да, полевой. Полевой, по-моему. Он такой белый? Белый, да, с черненьким. И морда у него похожа на сову. На сову, да. Мы еще раньше думали, что... Вон он летает уже в конце поля, но сейчас уже не увидишь. В мире животных. Вышли опять на то место, где подняли гроши. Больше ничего не было, да. Ну сейчас пробьем вот направление, которое вот туда идет. Вот за моей спиной. Ну и по чуть-чуть к машине, потому что времени уже, к сожалению, заканчивается. Но все равно вот я такие выходы люблю. И по лесу гуляем. Находки есть их немного, но они офигительные. В полях в основном коколье. Мусор здесь, да, сейчас мы выкопали пробу, конечно, одище. И ходячки. Вот здесь прям за спиной рублей. Так, ну что, пока идем. Нашли. В пролеске. Чашечка. Ну это советская. Советская целая. А что на жопке написано? Ничего не написано, просто логотип какой-то стоит и все. Целая чашечка салатовая, прикольная. Что в лесу делает? Ланбитая была бы. Нет, совершенно целая, даже не треснула. Забираем. Итак. Нечаянно мы вышли на поле, на вот это засеянное, а мы его знаем. Там урочище за нашей спиной. Здесь в лесу вышки охотничьи. И там какой-то трактор сейчас на той стороне гоняет. Хотя мы на эти места проезжали с другой стороны совсем обычно. А тут, видите, оказывается, за моей спиной
такой хороший, уверенный накат. Пожалуйста, хоть на легковой машине можно заехать. Даже не знали. Вот такой сегодня был небольшой выход. Находки видели. Находка, сами понимаете, ну, чуканины там накопали, я не буду доставать. Находки, конечно, всего две, но совершенно бомбические. Я думаю, что пальцы мы разные заслужили. Ну, в лесу только много не минус. Да, конечно, нет. Делитесь видосами. Вот. Дышите воздухом, не болейте. Всем здоровья и пока.